что его или ее друзья или подруги думают о вас. Что мы здесь в данный момент видим? Мы видим, что просто сплетни, простые, зависть идет. И также, естественно, зависть, что вы слишком много зарабатываете или получаете от мужа или жены. Как говорится, слишком большая удачливая поддержка. Хотя они не понимают, что это вам тяжелым трудом все досталось. И что у вас даже нет такого богатства, как они себе выдумывают. Но все еще вот эта зависть, зависимость все еще у них остается. Это просто временные сплетни, только по пьянке или группе. Они пройдут.